Приветствую вас, друзья! Если вы тоже стали замечать, что индустрия DeFi в наши дни сильно стагнирует и большинство проектов являются просто банальными копирками друг друга, то данное видео точно для вас. Ведь сегодня я хочу рассказать вам о довольно необычном представителе DeFi под названием OStable. В данном видео я разберу как токеномику, так и технические возможности проекта, а также покажу вам, как вы сможете купить токены OStable и заработать на них. Начать я предлагаю с технической составляющей, поскольку она является отличительной чертой OStable. Дело в том, что данный DeFi проект работает не на блокчейне эфира, как все остальные платформы децентрализованного финансирования. У OStable имеется собственная сеть под названием OByte. Она успешно функционирует с 2016 года, имеет крайне выгодные комиссионные сборы меньше 1 цента за транзакцию, а также работает очень резво. Ведь даже в моменты пиковой нагрузки транзакции в OByte подтверждаются за 1-2 минуты. А возможно это благодаря тому, что в основе сети OByte лежит не блокчейн, а более продвинутая технология – ациклический граф, то есть DAG. Это сложная распределительная сеть, в которой все транзакции ссылаются друг на друга, а для их подтверждения не требуется майнера. Ну, разумеется, большинству из вас интересна именно токеномика проекта OStable, а также возможности заработка на нем, поэтому на технической составляющей я не буду особо зацикливаться. На базе DeFi проекта OStable выпущено большое количество самых разнообразных токенов, которые представляют собой синтетические активы, привязанные к разным другим активам, например, доллару, евро, золоту или биткоину. Причем не все из этих токенов являются именно стейблкоинами, а представляют собой стейбл плюс коины, цена которых всегда растет относительно базового актива. Возможно, это благодаря особой технологии Bounding Curves, которая с помощью специальных алгоритмов регулирует цены в OStable, позволяя им либо оставаться постоянно стабильными, либо постоянно расти в цене на определенный процент каждый год. При этом токены в OStable может создавать каждый желающий, и для этого даже не требуется избыточного обеспечения, как, например, в алгоритмическом стейблкоине DAI. Основными же токенами в OStable, которые выпустили сами разработчики проекта, являются токены OUSD, стейблкоин, привязанный к цене доллара, IUSD, стейбл плюс коин, цена которого растет на 16% в год относительно доллара, а также токен GRD, токен управления, с помощью которого пользователи могут вносить изменения в проект, ведь он является полностью децентрализованным. Из этого следует, что в проекте OStable вы можете зарабатывать на полном пассиве, просто купив себе один из стейбл плюс коинов, например, IBIT или IUSD, и получать за это регулярный доход по 11-17% годовых. Ну и разумеется, что для нормального существования любого токена ему нужен рынок сбыта и ликвидности. И у OStable это тоже есть. Их собственный децентрализованный обменник называется OSwap, и в нем пользователи могут менять любые токены, выпущенные на базе OByte, а также тут можно получать прибыль от обеспечения ликвидности. Если же вы хотите присоединиться к проекту OStable и получать доход от роста цены его токенов или от обеспечения ликвидности, то сейчас я вам расскажу, как можно приобрести данные токены. Первым делом вам нужно будет скачать себе на компьютер официальный кошелек OByte. Сделать это можно на главной странице сайта obyte.org или же в их репозитарии на сайте GitHub, где вы также можете изучить исходный код кошелька, чтобы убедиться в его безопасности. Потому что проект OByte, как и OStable, являются децентрализованными и открытыми. В данный момент есть кошельки для всех десктопных операционных систем, таких как Windows, Linux и macOS, а также кошелек для iPhone и iPad. Когда вы скачаете кошелек, вам нужно будет его установить и сохранить в надежном месте приватный ключ. Никакой регистрации для этого проходить не нужно.
После этого нужно будет пополнить баланс кошелька монетами GByte или сокращенно GB. Это базовая монета в сети OByte, которая в данный момент торгуется на большом количестве криптовалютных бирж. Полный список которых также представлен на официальном сайте OByte. Я уже купил монеты GB на 10 баксов на бирже Bittrex и теперь могу переходить непосредственно к покупке токенов. Осуществляется она на сайте OStable в разделе Buy Interest Token. Тут имеется два поля. В левом мы выбираем монету GByte как способ оплаты, а в правом выбираем нужный нам токен, например IBIT, IUSD, OUSD и так далее. А после этого указываем сумму токенов, которую хотим купить. Сумма GB для оплаты при этом заполняется автоматически. Когда все поля заполнены, жмем кнопку Buy, и браузер предложит нам открыть кошелек OByte, установленный на нашем ПК или смартфоне. Мы соглашаемся и попадаем в кошелек, где нам нужно будет только подтвердить транзакцию по обмену GB на нужный нам токен. И все, через буквально несколько секунд токены окажутся на балансе нашего кошелька. Если эти токены являются Stable Plus коинами, то спустя время мы сможем продать их гораздо больше за счет естественного роста их курса, благодаря умным алгоритмам. Вот такой вот получился обзор. Проект OStable является действительно очень необычным, так же как и сеть OByte, на которой он работает. Поэтому если вы захотите узнать о нем побольше, то в описании я оставлю все необходимые для этого ссылки. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам профита. Пока-пока.